В марте этого года Америка выпустила новый дизайн 100-долларовой купюры. Они решили использовать портрет Франклина в версии Дюплесси. Даже увеличили его на 50%. В результате больше линий и деталей. Даже коммерческие принтеры с высшим разрешением не дадут такой результат. Но еще хуже, там есть микропринт. На воротнике Франклина надпись «Соединенные Штаты Америки». Нужна более тщательная печатная пластина. Для этого есть человек? Знакомьтесь с дядей Ямо. Он делает наши пластины. После пластины нам нужно сделать меняющий цвет чернила. Мисс Вао — наш администратор. Брат Фор, Бобби. Логистика и безопасность. После чернил нам нужна бескрахмальная бумага. Чернила, проверяющие блокноты, становятся фиолетовым на обычной бумаге. На бескрахмальной, используемой в банкнотах, они желтые. Потому и производство этой бумаги контролируется. Мы сделаем свою бумагу? Невозможно. Стоимость слишком высока. Я что-то придумаю. Она сделана из волокна банкноты. Ее будет невозможно подделать.